в армии страны. Сегодня соответствующий законопроект в первом чтении приняла Верховная Рада. Документ разрешает гражданам других государств заключать контракт с Минобороны Украины без принятия гражданства этой страны. Подробности узнаем у нашего специального корреспондента в Киеве Дины Ивановой. Она сейчас на связи. Дина, что говорили в Раде об этом законопроекте и как проходило голосование? Здравствуйте, Екатерина. Говорили, что за счет иностранцев, которые войдут в ряды вооруженных сил Украины, уменьшится необходимость в мобилизации граждан страны. А еще, что иностранцы и так принимают участие в военном конфликте на территории Донбасса в составе добровольческих батальонов, но делают это просто незаконно. Уже решено, что добровольческие батальоны будут включены в состав вооруженных сил Украины или Нацгвардии, а значит, нужно узаконить и службу иностранцев, говорили сегодня депутаты. За законопроект в первом чтении проголосовали 257 человек, но не все депутаты Верховной Рады поддерживают это нововведение. Так, например, категорически против представители оппозиционного блока. Вот слова депутата Вадима Рабиновича. Закон легализовал диких гусей со всех стран, искатели приключений, всякие наемники. Сегодня могут приезжать в нашу страну, можно создавать под этой эгидой группы людей, которые никому не подчиняются. Они же герои, они иностранцы. Мы уже набрали в экономику, мы знаем группу иностранцев помочь нашей экономике. Как это помогло, все знают по своему карману. Сегодня мы наняли людей, которые по нашей стране, по достаточно еще мирной Украине, будут все равно стоять уже внутри Украины, где там угодно, они с автоматами, у них есть право. Мы проголосовали за антиконституционный закон. Оппозиционный блок будут подавать в суд. Впереди еще второе чтение, но эксперты, политологи говорят, что уже почти со 100% уверенностью можно утверждать, что документ будет принят. Появилось подтверждение того, что в Киеве готовят новое наступление на Донбасс. Это слова Петра Порошенко. Украинский президент пообещал, что военные отобьют у ополченцев Донецкий аэропорт. Вот как он это объяснил, Дина? Как эти планы соотносятся с минскими договоренностями? Никак не объяснил, потому что объяснить ведь это невозможно. Любые военные действия напрямую противоречат минским договоренностям, а Киев упорно утверждает, что соблюдает минские соглашения. О намерении отбить у ополченцев воздушную гавань Донецка Петр Порошенко говорил накануне перед премьерой документального фильма «Аэропорт», которая состоялась в столичном кинотеатре «Украина». Вот слова украинского президента. Я не сомневаюсь. Мы освободим аэропорт, мы освободим Донецк, мы освободим Украину, потому что это наша земля. И мы восстановим аэропорт. И там мы сделаем под стеклом остатки арматуры, бетона и напишем слова «Слава киборгам». Судя по всему, на поиск компромисса и дипломатического решения конфликта на юго-востоке страны Киев сейчас не настроен, ведь накануне Петр Порошенко сделал еще одно заявление. Он сказал, что Украина использовала временное затишье, временное перемирие для укрепления армии. Об этом украинский президент говорил в Черниговской области на военном полигоне «Десна», где ему показали новейшие образцы противотанкового оружия.